Сегодня я хочу полностью поддержать Камалу Харрис в качестве кандидата от нашей партии в этом году. Об этом написал Джо Байден в своем аккаунте в соцсети X после снятия своей кандидатуры с выборов президента США. Теперь Камала Харрис наиболее вероятный кандидат от демократов. Тоже она, Камала Харрис. Она была первой женщиной, избранной генпрокурором Калифорнии, первым сенатором США с индийскими корнями и первой афроамериканкой азиатского происхождения на посту вице-президента США. Что касается военных действий в Украине, Харрис критически высказывалась относительно задержки военной помощи Украине Конгрессом США. Вице-президент говорил, провал помощи Украине от США станет подарком Путину. К слову, муж Камалы Харрис, Дуглас М. Хофф, еврей, который активно участвует против антисемитских мероприятий. Сама же Камала Харрис неоднократно призывала к прекращению огня в Газе. Отметим, что окончательное решение о кандидате от демократов примет съезд партийных выборщиков 19-22 августа в Чикаго.